смотреть на восход Юпитера и Сатурна. Нет, в этом году уже Сатурна и Юпитера. Да, 22 декабря получилось у меня снять сближение Юпитера и Сатурна на 8 угловых минут. Это было счастье. Очень-очень-очень странно, что получается получить удовольствие. Это автология. От таких странных вещей. Слияние Юпитера с Сатурна. Увидел и счастлив. Ну ладушки, я тут до утра могу зависать. Надо еще. 21.19 по Киеву в Харькове. 26 марта 2021 года. Будем надеяться на хорошую погоду завтра с утра.